Всем привет, ребят, с вами Тоха, очередной обзорчик, ребят, уже на импортный трактор Giant Deere 7 серии, 7R, ребят, он с разными колесами в конфигурации, с двойными, с противовесом и без, с такими колесами, с такими, ребят, правда с узкими нету, ну, вот такой аппарат, салончики, все как полагается, все загорается. Такой аппаратик. Педальки анимированные, рычаги тоже. Все. Как надо, ребят. Такой аппарат. Все, ух. Так, функций таких нету. Ну вот такой, да. 7 серии. Хотя походу больше на 6. Ну или такой как укороченная 7 версия, ребят. Больше он на 6, конечно, похож. Что-то он написано 7 версия, ребят. 7. Тут и, ребята, вот такой аппаратик. Он, ребят, подается в больших тракторах. А, он 8 серия, он так и есть, но я так думал. Вот он, ребят, 7 серия. 290 стандартный. Ставим движок побольше. 305, 332, 352. И 372 лошадки, самое больше ставится. Стандартные колеса, балансировка, широкие шины. Вот. Двойные колеса разные. Под самой покрышкой такие, такие, такие. И затененные стекла, и такое. И еще, ребят, ставится погрузчик. Это чудо наше стоит 242 тысячи. Если мы что-то там, ребята, делаем с тюнинг. Тюнинг, короче, бесплатно, только дизайн. И двигатель бесплатный, и крепление погрузчика стоит 2000. Вот такой аппаратик, ребят. У него бак на 570 литров, 60 километров, ребят, его скорость транспортная. Вот такой аппаратик. У нас, ребят, 750. Это вроде бы, сейчас, ребят, посмотрим, какой это у нас есть. Еще раз заскочу в магазин. Гараж, я вроде движки у них не менял. Ну, вот здесь это походу 200. Да, это, ребят, 290 лошадей, ребят. Сейчас мы ему возьмем лужочек. Вот этот можно взять. Он хоть там чуть-чуть. И, ребят, испытаем наш аппарат. Так. Все, опа, поднялась подвесочка, поехали, ребят. Полончики, так прикольно смотрится, все живое. Руль отходит, все как полагается, ребят. Бомба, зеркала работают. Прикольный трактор. Сейчас мы, ребят, его посмотрим. Так, а это ж я поле не купил, извиняюсь, ребят, надо ж его купить. А теперь наше X разлаживаем. Так, сейчас разложим мы его. Так. Сейчас сюда. Вот так. И поперли, да. Прет, прет аппарат. Давайте работника сразу ставим. И пошел, пошел. Аппаратик, ребят. Колесики вымазываются. По скриптом. Диггер еще как-то вот это, что по грунту, ребят, работает. Плавно идет. Ну, на вид так ничего, Giant Deere. Не знаю, может, Олежка заценит, хай погоняет им. Посмотрим. Трактор мне нравится, ребят. 7 серия, 7. Почти 300 коней.
то крутится, вертится, ребят. Ну, мне, ребят, нравится, ребят. Как всегда, ссылочка будет в описании, ребят. Кому интересно, скачиваем, ребят. Пользуемся, играем, ребят. На этом, ребят, стримчик наш закончен, ребят. Ждите новых, то есть обзорчиков, ребят, ждите новых обзоров. Также жду вас на своих стримчиках, ребят. С вами был Тоха. Всем приятного просмотра. Ставим лайки, подписываемся, ребят. И до следующих встреч. Будут стримчики заходить, то есть обзорчики заходить нормально, ребят. Будем делать. Всем пока и до встречи.